Приветствую всех на канале ICO Стартапа. В данном видео мы разберем ICO компанию BitGree. Она добавлена на ресурс ICO Tracker. Здесь предоставлены все социальные ссылки, ссылки на информ-ресурсы, на white paper, где можно более подробно изучить и ознакомиться с этой компанией. Давайте перейдем на главный сайт. Эту компанию мы будем разбирать с Артемом. Артем, привет. Всем привет. Итак, мы находимся на главном сайте. Этот сайт есть переведен на русский язык и не только, то есть переведен очень на много разных языков, что вот можно сказать, команда очень хорошо подготовилась. И в двух словах, что такое BitGree? Это эволюция образования на основе блокчейна. То есть первая в мире онлайн-платформа для обучения на базе блокчейна со стипендией в виде токенов и сетью поиска талантов. То есть на первый взгляд вот что-то похожее можно вспомнить. Это у нас было ICO BitJob. Вот. Какие тут можно аналоги сравнить или наоборот не сравнить с этим? Ну, BitJob это там больше... на трудоустройство идет, то есть вы учитесь, получаете опыт, и то есть скорее всего, ну там будет много на BitJob'е, много работодателей, то есть это скорее, если вы ищете работу. Тут чуть по-другому, тут ваш работодатель скорее всего отдает вас туда учиться на эти курсы, то есть если у вас уже есть работа. Вот, а я бы сравнил их больше с Coursera, с edX, с Udemy, с Академия, то есть эта платформа больше настроена на технические курсы, да? У них уже есть первый курс по веб-девелопмент, уже доступен, там SQL можно изучить и так далее, то есть уже можно это просмотреть, Introduction to Web Development, то есть первый прототип уже готов. Что для чего вообще эта идея надо? То есть студенты в основном не настроены на какой-то успех, на какое-то долгосрочное вложение в свои знания, потому что когда вы получите там этот диплом, где он вам когда пригодится, через сколько там месяцев, лет, концентрация, мотивация пропадает, все это долго. И плюс это дорого, то есть не каждый может уделить там, не знаю, 10-20 часов в неделю обучению. Вот. И статистика такая, что 5% кто заходит на онлайн-курсы, только заканчивает их. Всего лишь 5%. Это бизнес-индустрия сейчас оценивается где-то в миллиард долларов. Как это все будет работать? Будет тот, кто создает контент, учителя, студенты, спонсоры и еще третий вид, зависит, какие-то, может, независимые люди, наверное. Вот. То есть основная цель, что спонсор покупает токен на рынке, создает кондиции, прописывается это все в смарт-контракте, говорит, какие скиллы ему нужны, то есть, например, он ищет работников, либо он хочет отдать всех своих сотрудников, кто... На переобучение. Ну да, 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 в университете не доучились, вот надо доучить SQL какой-нибудь или еще что-то. Вот, студенты учатся, заканчивают это курсы, выполняют все условия, платформа верифицирует все, что вы это сделали, совпадает это с смарт-контрактом, и студент получает за это токены. Они уже сделали контракт с хостингер и 000 WebHost. Это самый большой бесплатный веб-хостинг в мире. И на 000 WebHost у них 29 миллионов обучающих. 29 миллионов людей, которые, ну, как бы я понял, желают обучаться. Вот. Потом они были на блокчейн-форуме в Лондоне. Они сказали, много сделали разных партнерств, но не сказали, а какие. Что интересно, что
что это будет платформа использовать фреймворк Actilius, как-то так называется, для графикации дизайна. То есть вы будете, на самом деле, обучение будет проходить как на игре Minecraft. Это очень круто. И то есть вовлеченность как бы будет как в игре. То есть это есть у них white paper сравнение, где они сравнивают себя с EDX Coursera. И то есть по параметрам они более студентам будет привлекательно свое время, они будут, им будет больше интересно изучать, еще и зарабатывать. И так как это все будет так, на такой игровой платформе происходить, у них адвайзер Джефф Буртон или Бартон, кто создал CEO Electronic Arts, это EA, огромнейшая компания в игровой индустрии, то есть он у них адвайзер. У Electronic Arts 9000 работников, и она публично торгуется на NASDAQ, и прибыль в 2017 году у них 5 миллиардов долларов. То есть это очень такой важный адвайзер для этой компании. Вот, то есть еще раз повторю, то есть это обучающая платформа для взаимодействия студентов и спонсоров на блокчейн. И то есть, как я понимаю, происходят в основном спонсорские курсы. Но у меня вопрос, если, к примеру, я хочу обучиться, и смысл спонсору как бы мне оплачивать, если я не хочу на него работать, я просто хочу обучиться и заработать денег, не знаю. Ну, в итоге, может быть, если он там мне предложит хорошую зарплату, я, может быть, соглашусь, но это вряд ли. Ну, то есть, это такой первый вопрос. И если действительно, то есть, нет спонсора, вот как? То есть, это реально компании должны только работников выдавать? То есть, вот, к примеру, если я хочу обучиться, мне они дадут обучиться, либо не дадут? Вот, получу ли я стипендию тоже за это? Ну, то есть, такой вопрос. То есть, когда вы зачислили на курсы, я понимаю, все-таки там какой-то будет нарный отбор. Тогда у вас появляется доступ к материалам на платформе. Там будет, так как теория, разные концепты. Вот, и все это, еще раз скажу, это в основном технологические компании. То есть, больше айтишная тема, наверное, будет. Вот, то есть вся цифровая экономика будет отображена. По токенам у них ICO начинается 1 декабря, один эфир, это 10 тысяч монет. Минимальный софткэп у них 500 эфира, максимальный 32 тысячи эфира. Вот, и, кстати, у них они взяли с Курсеры, как я понял, главного инженера, который, ну, какое-то время он работал в Курсере, потом ушел и потом нашел BitDegree. И он говорит, Роберто, что это реально революционный подход, так как блокчейн в обучении позволит, ну, то есть, возможно, децентрализованная. То есть все это есть возможность обучения. Они смогут отслеживать и кадры, то есть будет такая база данных работников, то есть квалифицированных кадров, которых действительно они будут попадать. И, собственно, я думаю, к данной базе будут обращаться и большие компании в поиске того или иного качественно сотрудника в каком-то направлении. То есть как в одну сторону и будут давать на переобучение или переквалификацию в какое-то направление. То есть, возможно, вот надо быстро переквалифицироваться, то есть они будут спонсоры инвестировать средства, чтобы вот данные преподаватели как бы и создали данный курс, то есть направление. Ну, да. Ну, я думаю, много есть чего извлечь пользы с данного. Ну, вопрос, кто будет вкладывать как бы деньги, не ожидая ничего взамен от этого. То есть, если я прошел, заработал за это, я что-то так-то логично, бывает бесплатно, как бы. То есть, в основном, я думаю, это будут какие-то большие компании отдавать, либо университеты как-то на удаленку. Вот, я думаю, как-то так. Потому что, например, в Курсере
платные курсы, сертификаты можно взять платные, которые они точно по всей Европе работают. EDX почти в основном курсы бесплатные, но сертификаты платные. И Code Academy там сертификаты вроде бы бесплатные и курсы бесплатные, но или что-то все-таки там было платное. Вот, эти сертификаты на самом деле котируются везде. Я проходил курсы на Coursera, EDX. Достаточно интересно, то есть много разных курсов, но иногда вот цены там, ну, бывает 1000 долларов за какой-то курс. Вот, но как бы в реальном университете пойти, он будет стоить там в разы больше. Вот, плюс я учусь, когда у меня есть свободное время. Ну, я даже за собой замечал, что какие-то другие проблемы, там что-то, все, забыл про курс прошел, как бы. Вот, а тут есть мотивация, что вам еще и за это платить будут, и то есть, и это будет проходить как в игровом режиме, то это вообще круто. Ну, этот режим никто еще, наверное, ну, не знаю, Ну, увидит. там есть уже курс-то, можно посмотреть, как это проходит. Да, я Ну, я не понял. знаю, уже встроен этот игровой режим или нет, но курс есть. Вот. У них, кстати, Телеграм реально большой. Я Телеграм там почти. огромный, почти 7 Да. тысяч участников. Ну Ну, и да. партнеры тоже. Эфириум, Энтерпрайз, Альянс. У них Ну да, то довольно-таки есть. крутые. Ну, в любом случае, друзья, это первая информация, то есть первый обзор, которым мы хотели с вами поделиться. Вот к старту ICO, то есть оно 1 декабря, и вот идет обратный отсчет времени, осталось 15 часов. Вот, потому, ну, не знаю, есть, в принципе, время ознакомиться. То есть я не думаю, что эти токены раскупят за считанные минуты, потому как ICO будет проходить, и у вас Ну, есть... 32 тысячи эфира, да, немало. Да, есть время изучить белую книгу, почитать, то есть присоединиться к тому же Телеграму или открыть Bitcoin Talk, пересчитать ветку. Потому, друзья, были рады поделиться с вами данной информацией. Кому было интересно, полезное данное видео, будем благодарны, если вы его поддержите, поставив палец вверх. Отдельно будем благодарны, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях. Также подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропускать последующие видео о других ICO компаниях. Еще раз всем большое спасибо за просмотр данного видео. Всем до свидания, всем пока. Всем пока.